Приветствую! Добро пожаловать в кладовую монтёра. И сегодня к нам на обзор попал необычный пауэрбэнк, а необычный он тем, что выполнен он в форме щита всемирно известного героя Мстителей, а именно щита Капитана Америки. К нам он попал в виде вот такой черной коробочки. Ну, я не думаю, что кому-то коробочка интересна, поэтому заглянем сразу внутрь. Вот так вот выглядит сама наша баночка. Выглядит она крайне стильно. Это довольно-таки легкий, несмотря на то, что сделан из металла, ну, а точнее из авиационного алюминия. Этот материал позволит нашему пауэрбэнку все время оставаться как новым, потому что он не царапающийся. Здесь мы видим два разъема USB для подключения наших устройств, один разъем microUSB для зарядки нашего устройства. Если мы нажмем на кнопочку включения, мы увидим 4 лампочки индикации, которые говорят о том, что он у нас заряжен полностью, ну или практически полностью. Это достаточно сильное устройство. Я думаю, что любой уважающий себя фанат компании Marvel хотел бы обзавестись таким устройством. И если вы являетесь таковым, то переходите по ссылке в описании, там будет вся информация, как вам обзавестись. А для остальных я продолжу свой рассказ. Объем данного пауэрбанка 6800 мАч, то есть его хватит на 2 полные зарядки вашего смартфона. Сам же он заряжается примерно за 3,5-4 часа. Еще раз повторяю, если вы хотите именно завестись, переходим по ссылочке в описании. Но перед этим обязательно ставим лайк, подписываемся на канал, обязательно рассказываем своим друзьям. И до новых встреч в новом видео.